В 18-м микрорайоне Заречного появился новый арт-объект. Большой чайник со светодиодной подсветкой стал украшением улицы Озерской. С инициативой его установки выступил депутат собрания представителей Заречного Юрий Черников. Чайник – это символ добра, символ семьи, благополучия, здорового образа жизни. Здесь много молодежи. Чтобы они вот приходили, сфотографировались, вот какой-то, может, позитив получили. Подарок горожанам Юрий Черников сделал накануне праздника микрорайона, который прошел на улице Озерской. Сделать город еще более красивым и благоустроенным стремятся многие зареченцы. Жители 18-го микрорайона не исключение. Горожане высаживают цветы возле своих домов, ухаживают за внутриквартальными территориями. Мы вместе копали, сажали, поливали. Я даже график устанавливала, детей привлекаем, чтобы они поливали. Знаете, вот это делают даже для себя, для своего комфорта. Я думаю, что нужно жить с соседями дружно, радоваться каждому дню и творить добро. В Заречном конкурс общественных инициатив «Мой дом, мой двор», который проводится при поддержке госкорпорации «Росатом», объединил жителей нескольких сотен многоэтажек. Благодаря активным горожанам во внутриквартальных территориях распускаются яркие цветочные клумбы. Именно благодаря вам город Заречный и уже в третий раз занял первое место в конкурсе областном «Самое благоустроенное городское поселение». Поэтому это благодаря вашим заслугам город у нас цветет и развивается. В течение лета организаторы конкурса «Мой дом, мой двор» устраивают праздники дворов для участников. Благодаря им в Заречном возрождаются традиции добрососедства. Я вот смотрю и удивляюсь, говорю, неужели у нас в доме столько людей, мы так вот все проходим друг друга и не замечаем. А здесь вот видите, как хорошо. Мне очень нравится, мы уже не первый год на таком празднике с детьми, и детям интересно, и нам очень нравится. Праздник на улице Озерской объединил жителей микрорайона разных возрастов. Дети с удовольствием участвовали в различных конкурсах. Взрослые получили возможность пообщаться друг с другом. Самым активным участникам конкурса «Мой дом, мой двор» вручили памятные адреса главы города. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».